сегодня мы попали на одно мероприятие, это получается сказка за сказкой, кажется. Это вот свой дом, очень такой антураж интересный, вот герои ходят, привидения, смерть, еще какие-то страшилики, ведьмы. И будет еще, ух ты, вот смерть прошла мимо, смерть прошла мимо, звучит так. А в честь Хэллоуина праздник. Вот, и очень так все интересно, красиво, занимательно, залипательно. Вот герои все. Антураж такой соответствующий. Даже избушка есть на курьих ножках. Здесь, по-моему, только не видно почему-то. Вот. Вот курьи ножки. Вот. Там сова. В общем, очень все интересно. А мы там будем развлекаться внутри. Вот еще что-то такое. Тоже какое-то страшилище должно быть. В общем, все будет очень, наверное, интересно. И детки веселятся вовсю, по-моему, взрослые даже больше. Вот привидение прошло мимо, незаметно. А вот там стоит смерть, с кем-то следует готовиться к выступлению. Вот Денисыч. Денис, тебе нравится? Да. Отлично. Вот. Это такая ведьмочка веселая пошла к смерти. О чем-то с ней договариваться. В общем, посмотрим, что это будет и как. Пока все очень интересно. Залипать заходим в избушку. Внутри как она выглядит. Грибочечки. Вообще какой-то вот страшный выход. Вот, заходим. Опаньки. Там выход на улицу задний. Вот лягушечка сушеная. Вот печечка даже. Мне там что-то варится страшное. Лягушка, мышка висит, сушится, наверное. Я тебя приготовлю веселье. Вот. Вот Денис веселится. Вот мы тут в этой избушке на курьих ножках. Ну вот сейчас скоро там все начнется. Вот уже нечистая сила разгулялась во всем. Так что в ожидании.